дозаматываем коллектор, доустанавливаем мотор. А сейчас вам покажу на Дукалиса мотор. Серега тоже подготавливает. Параллельно все идет параллельно. Серега собирает на Дукалиса, пацаны собирают на Супру. Вот видите, новые поршенечки, шатунишки, коленвальчик. Вот все, пожалуйста, форсуночки новые. Занимаемся. Сцепочка, пожалуйста, сцепочка. Сцепочка, пожалуйста, пришла. Вот она, хорошая. Димон, спасибо, все дошло. Друзья, значит, завтра 26 апреля. 35 лет с момента взрыва на Чернобыльской АЭС. Самая страшная техногенная катастрофа в истории человечества. Я эту тему очень... Мне она близка, потому что мой отец, как вы знаете или не знаете, я вам расскажу, если кто-то не знает, ликвидатор Чернобыля. Я родился 13 мая 86 года, спустя 2 недели после аварии, ну там чуть больше. И папа приехал с Чернобыля, с Припяти, и поехал меня с мамой забирать из роддома. Поэтому для меня эта тема очень как бы такая, ну, личная. В общем, я сегодня пошел на фильм «Чернобыль». Козловский, Акиньшина там. И я вам скажу, что я первый раз в жизни встал с середины фильма и ушел. Я сейчас в кинотеатре, фильм еще идет. Я встал и вышел, потому что я больше не мог смотреть. Невыносимый ужас, просто невыносимый. Как можно было так испортить такую историю? Это просто надо постараться. Я вам не рекомендую идти ни в коем случае. Не портите себе впечатление. Блин, я... Ребята, я не знаю, почему в последнее время мой Инстаграм... Ай, разоблачает дебилов и бестолковых идиотов. Ну, блядь, так не знаю. Наверное, это последствия карантина, какие-то задержки. Просто, блядь, не понимаю. Короче, в этом фильме я ушел в том моменте, когда вот этот Козловский, во-первых, они там переврали все. Ладно, хрен с ним, художественный фильм. Но вы знаете, когда полковник Советского Союза, полковник, блядь, мой отец подполковник, я знаю, что такое полковник Советского Союза, человек, которого смотреть страшно, потому что он тебя взглядом испепеляет. Мне вот так было страшно. Меня папа доводил взглядом до истерик в детстве. И когда полковник Советского Союза, ликвидируя там аварию, шлюз, у него случается белка, он бежит, кричит, я бегу на свет, а ему кричат, Боря, стой, и все взрывается. Фу, мерзость. Потом он еще вышел облученный, пошел с телкой своей трахаться. Прикиньте, ну это уже Козловский. Ужас, тупизм. Здрасте. Я причем пошел в кино для того, чтобы, думаю, сейчас сниму стресс, напряжение, отвлекусь. Фильм хороший, наверное, интересный. Тема такая животрепещущая. Как раз дата важная. Отвлекусь, думаю. У меня в итоге все дня не завелся. Но, слава богу, что рядом с Павелецкой есть прекрасный ресторан. Аргентинский Эль Гаучо. И здесь потрясающе вкусная еда. Вот она-то меня и оттянет. Все, хорошего вечера, ребят.